Магазин VIPTIME.RU представляет мужские наручные часы «Восток Европа» из коллекции «Ракета». Данная модель механическая с автоподзаводом. Работает на базе японского механизма Seiko. Данный калибр впервые используется в часах «Восток Европа». Из его особенностей это центральная стрелка, которая показывает запас хода. И индикатор даты, который работает тоже как, ну, как стрелочка в положении 6 часов. То есть, если мы вращаем заводную головку, стрелка двигается и показывает текущий запас хода. Максимальное время запаса в районе 40 часов. На часовые стрелки и метки нанесен цветонакопительный состав, который светится в темноте. Стекло у часов минеральное, утолщенное, К1. Его очень сложно поцарапать и очень сложно разбить, в отличие от сапфирового стекла. Часы «Восток Европа» принципиально не ставят в свои модели сапфировые стекла, так как часы предназначены для экстремальных условий эксплуатации. Безель на часах вращается в одном направлении и позволяет засекать отрезки времени. Водозащита у часов 200 метров. Заводная головка завинчивается на резьбу. Корпус стальной с черным ПВД покрытием. Задняя крышка прозрачная, через нее можно видеть механизм. Внизу на корпусе расположен серийный номер часов. Данная модель была выпущена тиражом 3000 экземпляров. Ремешок из натуральной кожи. Ремешки для часов «Восток Европа» выпускаются на небольшой фабрике в Италии. Все ремни – это полностью ручная работа. Пряжка черная, достаточно интересной формы, с логотипом «Восток Европа». Для заказа часов заходите на наш сайт viptime.ru. Мы осуществляем бесплатную доставку часов по всей России. Спасибо за внимание.